Любил я с детства плавать долго, и до сих пор плыву как лось. Люблю я плавать, что поделать, и потому я стал моржом. Мне любо носом воду резать, и в штиль, и даже и в штиль, и даже если шторм. Вода мой бог, моя стихия. В воде я каюсь и молюсь, ей посвятил свои стихия. В воде крестил Владимир Русь. Видение прежних дней вставайте, налейте радость ко мне в грудь, в мир тайны двери открывайте, понять позвольте жизни суть, прозреньем молнии блистайте, сомнений расплескайте ртуть, тьму недоверья разрывайте, чтоб я увидел к счастью путь. Вода всегда мне помогала, как мать от бедствий берегла, прохладой боль с души снимала, бороться силы мне дала. Воды на Волге много, братцы, как много на Руси добра. Ай да, скорей со мной купаться, зарю встречать, кричать! Ура! Классные, да, стихи? Вообще здорово! Я прочитала. Это мы себе заберем. Ну что, вы все? Все, вы, да? Придется вам еще что-то почитать. Можно, да? Готовы? Герой, давай гитару! Давайте. Автор здесь, да? Автор Павел Зимин! Тут у него еще стихо про либидо есть, стихо. Давай-давай, про либидо. Ага, сейчас вы уже там напридумывали себе, я чувствую. Второе мужчина. А второе мужчина. Ну вот они там еще. А первое? А все? Все, да, они готовы уже. А я уже нашла про либидо. Ваня, я у Вани почитаю, почитаю Ваня. Дорогие друзья, там они уже мы долго думали проводить экстремальный заплыв в холодную погоду, но погода нам, так сказать, сказала, не надо экстрима, давайте в теплой водичке. Поэтому мы сегодня с вами плыли. Замерили специально температуру воды на середине Волги 17,2 градуса. Вот, практически комфортные условия. Поэтому в грамоте мы всем указываем, температура воздуха сегодняшних соревнований 24 градуса, температура воды 17,2. Результаты у всех своеобразные. Я думаю, мы в следующий раз проведем где-нибудь в октябре под конец. Так, теперь что касаемо наград. Да. Я просто всем покажу. Мы немножко постарались и сделали хороший комплект победителям, естественно. Давай, держите. Ну, две руки. На всех медалях у нас отмечено наше событие, что именно экстремальный заплыв через реку Волга 3000 метров город Чебоксар 26 сентября. На обратной стороне картиночка чебоксарская. Поэтому все получат, первое, третье место получат, конечно, большие медали. Мы, кто занял четвертое и дальше, получат поменьше медали, памятные. Но эти медальки все равно будут обозначать 26 сентября город Чебоксары, заплыв через реку Волга. Каждый получит у нас еще по значочку. И поэтому... А группе поддержки. Никого не забудем. Поэтому приступим. Начнем с женщин. Первое место в нашем заплыве 3000 метров была Александрова Татьяна. Ура! Но, к сожалению, нет. Значочек.
Можно даже медаль. Дальше второе в одежду. Второе место заняла представитель города Козловки Ерпылева Светлана Юрьевна. А где? И приз. Грамота. И медалька. И приз. Я не люблю фотографировать. Так, четвертое место. Утюг электрический. Семенова Елена. Ура! Пятое место. Соколова Ольга Александровна. Город Ульянов. Жуковскую Антонину Валерьевну. Ура! Город Ульянов. В нашем заплыве человек после сложных операций, болезни проплыл 800 метров от пляжа до нас. За участие награждаем Осипова Людмила Вениаминовна, город Ульянов. Так, ну здесь у нас категории мужчин побольше. Первое место занял Чебоксарский. Спортсмен, аквайсер наш, надежда нашего клуба, Горяинов Андрей Александрович. Приз от города Чебоксары, от администрации. Наш друг Михаил Андронов. Не подожди, это на руке второй. Это второе место на руке. Надо было писать. Тогда приплыл бы первый. Мишка, первый надо было на руке один написать. Третье место. Наш друг. Заслуженный спасатель Чувашской Республики Евгений Вячеславович Малайкин. Смотри, увезем. Ой, сюда. Давай.
место. Ну ладно, потом в рот. Потом в рот. Да? Понятно? Четвертое место Валера. Пятое место. Четвертое место Кубаньков Валерий Павлович, наш бессменный организатор. Добрый часть. Пятое место. Наш боец Егоров Александр Иванович. Диплом. А можно я буду пить? Шестое место, представитель города Ульяновска, Павел Петрович Зимин. Седьмое место. Охтеров Юрий Юрьевич. Город Чебоксары. Но его нет, он ушел. Восьмое место. Феофанов Дмитрий Леонидович. Галя, ты значок пристегивай на грудь. Я боюсь уколоть людей. Ты не бойся. Ты что, травмируешь? Галя, в грудь. Не-не-не. Не, да? Уж извините. Девятое место в нашем заплыве. Город Чебоксары, Борисов Алексей Владимирович. Ну, он, по-моему, тоже убежал. На работу. Десятое место. Артемьев Николай Петрович. Тоже наш постоянный хвалец. Одиннадцатое место. Наш уважаемый Владимир Иванович Кузьменко, город Ульяновск. Галя, приколи значок. Сказали приколи. Зря. Двенадцатое место. Представитель города Ульяновска Гришин Валерий Васильевич. Спасибо. Я просто прошу задержаться. Валерий Васильевич у нас не просто переплыл Волгу, он еще и самый возрастной участник среди нас. Мы его еще раз поздравляем. Да, ура! Самый опытный. Самый возрастной участник. Ананьев Сергей Николаевич, город Ульяновск. Также город Ульяновск. Кириленко
Владимир Николаевич. Ману, давай ты гитару что-нибудь там получай. Ты из гитары. Понял. Виктор, товарищи, объявляю музыкальную паузу. Нет, нет, пусть наградят все. Я сказал, я объявляю музыкальную паузу. Я сказал. А, прям как пирожок горячий из печки, новая песня. Почему я отстал? Почему я отстал? Да. Песня. Девушки были потому что. Ну вот смотрите, вот представьте. Сначала с берега рванули. Просто я музыкант, я поэт. Ну, поэт. Если он поймет меня, товарищ Зимин. Да. Плыву, никому не мешаю, гонюсь за нашей Лариской. Минут 10-15 иду рядом с ней. Но от нее брызги большие идут. Я думаю, надо от нее отстать. Плыву дальше. Кто-то сзади, кто-то спереди. Ну, плыву, никому не мешаю. Сзади меня что-то догоняет кто-то. Догнало, догнало. Это единственное, кого я увидела, я заблудилась. Да, смотрю, очаровательная девушка. Я так вокруг посмотрел, ну как художник, как поэт, музыкант. Да, вот туда. Смотрю, она еще справа от меня плывет. Я туда смотрю, там ничего нет. Вот море и все. Ну и вот. Так она вот вот. А перед стартом? Я говорю, перед стартом. Она говорит, если мне русалка свечит, то я за ней поплыву. Вот. Вот, я как сказал перед стартом, если русалка попадется. И так вот, пока я плыл, я вместо того, чтобы плыть, естественно, ну какой дурак плывет от такой красоты, я рядом с ней и греб так. Коля, не верь мужчинам, никогда. То есть, если песня сочинилась, я, может быть, что-то забуду, пока один куплет. Что все, что вы говорили, я почти что ничего не слышал. Итак, слушайте, за ошибки просили не отрепетировать. Но в следующий раз, когда наши дорогие чебоксары приедут к нам в гости, я вам обещаю, что из этой песни я сделаю жестокий, серьезный, сильный heavy metal. Вот это да. Тяжелый рок. Ради этого. Это вся эта картина. А потом нам кораблик дорогу переехал, да? Мы вынуждены были остановиться, ждать, пока какой-то нафиг корабль проедет. И здесь кораблика я тоже упомянул. Сейчас он прорычит, а то я не переору без микрофона. Я нарисую тебя, но мной восстанешь меня. Доплею в море тебя. Согреют тебя и меня, и паруса корабля. Ни хрена не согрели нас, а заставили целых минут 10 еще в воде плавать. Так что это всего лишь наша первая. На тебя. Обещаю всем, серьезно тяжелый рок. Итак, 15-й результат в нашем заплыве среди мужчин. Алексеев Дмитрий Владимирович, город Чебоксары. Молодцом. Ага, ну все. 15 мужчин, 5 мужчин. Все, да. Два человека у нас сошли с дистанции. Все-таки не для всех эти 3 километра. Как сказать? По зубам, по рукам, по ногам. Но тем не менее, люди попробовали себя. И думаю, на следующий раз у них будет больше и опыта соответствует. Поэтому поздравляю Миронова Романа Юрьевича. Роман.
У нас спортсмен, боксер. Так же, если кому не по зубам. Главное, что старался. И Николаев Александр Яковлевич. Тоже не доплыл. Ну ладно, мы ему все это при случае. Еще у нас, конечно, грамоты, дипломы судьям, но судьи нас тоже покинули. Ну ладно, это мы потом. Так. И еще один маленький сувенирчик хотелось бы. Вручить, но, к сожалению, на всех мы сделать вот тоже не можем. Но если он просил, я думаю, мы его вручим представителю Ульяновска Кузьменко Владимиру. Это мы сделали к нашему событию такую памятную медаль, где наш заплыв на обороте, а здесь Чувашская региональная общественная организация Федерация закаливания и зимнего плавания. Вась Чуваш. А, и пользовался сауной, наверное. Я что хочу сказать, это не мне. Это всем нам. Ну, в лице. Как только да. Сделаем музей, повесим музей. Вот. И заодно я хочу поблагодарить, большое спасибо за организацию. Сегодня была организация очень хорошая, мне все очень понравилось. И вода была хорошая, и погода хорошая. И обед. И все, да, и обед, и вообще. Встречи, приемы, да. Большое вам спасибо от всех от нас. И мы вас приглашаем. Первое, это на переплыв Волги. Как всегда, 15, 16, 17 там когда-то. Да, в октябре, да? И я думаю, что на следующий год мы организуем. Спасибо вам большое. Спасибо. В этом году собирались. Ну, вы знаете, очень интересно. Дурай, в прошлом, в будущем. Вот в этом году я проехала первые 10 километров по горам и долам. А за второй и третий день 23,5 километра проплыла. Кто участвовал? Подойдите поближе. Теснее. Подружнее. Поближе, пожалуйста, поближе. Стоп, хватит, хватит. А вот теперь, пожалуйста, те, кто как бы помогал, сопровождал, но не получил, так сказать, никакой памятной... Шаг вперед. Медальки. Пожалуйста, подойдите. Я первый. Поближе. Юра, давайте гостям всем. Где барабанные палочки? Фотографии с тебя. Ура! Это наш фотокорреспондент. Вернее, он ваш, но мы его у тоже. У него недавно был день рождения. Да, подарок. Да, встаньте. Юрок. Вот. Какого? 23 числа. День рождения. Был да. Да. Ну, в Фейсбуке, в моем мире, кто сидит, тот видел, тот знает. Вот это. Можно, значит, замуж подергаться. Да! 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 Да!
ребеночку. Ребеночку живет, да, вообще. О, папа дал, видать. Это, оказывается, папа его. Ну, значок ребеночку я не буду давать. Слушай, еще уколется. А кто у нас пирожками занимался? Получили? Не, не ребеночку, зачем маме? Вот, только в руку. Пусть это будет первое, но не последнее. Еще прошу, кто на спасательном катере? Катере сопровождал нас. Вот они, девушки. Девочки, подойдите сюда, пожалуйста. Спасибо! 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 Ждем вас на нашей земле Ульяновской. Да, давайте. Девчонки? Поедем, это уже время. Все, ребята, до свидания. Валер, до свидания.